Так, так, так. Снова поездка в Будапешт. В поисках очередного счастья. Да, счастье мое. Приехали мы тут в поиск. Ну, мы нашли же и работу, и жилье. Пока гуляем возле первого фонтана в Будапеште. Фонтан Дунай. Так, колесо обозрения. Вот стоимость. Колесо обозрения, глаза Будапешта. Вот оно в действии. 3000 для взрослого человека. Раз прокатиться. Так, собор святого Иштвана. Эх, Будапешт, я за тобой скучал. Швекулькой гуляем. В том же месте, в то же, не в то же время. Проходим мой квест, который я придумал. Сейчас идем туда отгадывать эту надпись, что она значит. Потерялась я, да? Парламент венгерский. Самый красивый парламент в Европе. Вот же. Так, где же у нас есть Wi-Fi? Нам нужен Wi-Fi. Вика, где Wi-Fi? Раздай Wi-Fi, а? Нет Wi-Fi, а время убегает. Скоро я Дунай ворож. Привет, парламент. Давно не виделись. Парламент. О, привет. Привет, мужики. Много людей, карантина уже нет, наконец-то все подналадилось. Гулять, бродить, все угодно, все равно. Вот так вот природненько. Это гора Гелерт, ну ее задний вид. Да, Викулькин? Оголённый Лапкин. И я в носках сижу. Балдею. Зрелищно. Вот так вот.